Анонс и точная дата выхода нового российского сериала «Кукловод». Премьера нового сериала состоится 6 ноября на телеканале ТВ-центр. Сюжет сериала. 2 года прошло с тех пор, как жена следователя Юрия Вышни стала жертвой маньяка-рецидивиста. У этого убийцы был собственный почерк. На месте преступления психопат всегда оставлял кукол. Самого Юрия Вышню на тот момент отстранили от расследования. Оперативную группу, которой поручили поймать и обезвредить маньяка-кукловода, возглавил Жаров, приятель и сослуживец Юрия. Убийцу отыскали быстро. Преступником оказался молодой человек по фамилии Леонидов. Невзирая на очевидные психические расстройства гражданина, Леонидова признали вменяемым и посадили за решетку на 25 лет. С тех пор много воды утекло. Вишня ушел в отставку и стал консультантом в службе безопасности крупной компании. Смерть супруги оставила в его душе неизлечимую рану, хоть этот человек и кажется окружающим невозмутимым и циничным гремлем. Посттравматический синдром делает жизнь вдовца невыносимой. Его новая подруга по имени Оля старается помочь своему мужчине справиться с психологическим кризисом. Даже записывает пребывающего в депрессии героя к квалифицированному психотерапевту. Она уверена, что сможет помочь любимому. Но реабилитации и надежда на новую жизнь портит очередное убийство. Напомним, премьера нового сериала состоится 6 ноября на телеканале ТВ-центр. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.